Улан-удэнцам придется 3 дня объезжать улицы в центре города. Сегодня, 3 мая, и в пятницу, 5-го, пройдут репетиции Парада Победы с участием военной техники. В эти дни с 16:00 и до окончания мероприятия перекроют дороги по улицам Сухэ-Батора, Ленина, Советская, Ербанова и Почтамская. Недоступными для автомобилей окажутся те же самые улицы и 7 мая с 8 утра до часа дня. В итоге изменится схема движения сразу 28 маршруток и автобусов. Пути объезда вы видите на экране.